Всем привет, дорогие зрители, с вами Оз. И сегодня еще раз сыграем в Survival V с Артемом. Всем привет, надеюсь, это в последний раз. Так, ну что, игра мне туда достала. Так, ну что, погнали. А, это дерево. Так, а где ты? Я тебя не вижу. А вот ты где. Так, что возьмешь? Давай так же, я колеса, а ты радио, или что? Давай. Блин, вот я не знаю, компас нам нафиг не нужен, потому что тут где-то маяк сверкает, он вроде бы на север указывает. Флайер. Ну вот не знаю, мы тут раз с тобой потерялись, и из-за этого я сдох. Может быть, взять флайеры, чтобы помечать местность? Или что? Ну, хочешь, в принципе, я не против. Ну давай. Так, все, погнали. Куда пойдем? За святой водой туда вон? На болото вроде бы как. Да, давай на болото. Эх, так. Про игру нам больше сказать нечего, потому что все, что мы знали о ней, мы рассказали. Точнее, ничего. И то и сделал, и так далее. Да. Нет, она сделана в 2013 году. Это я знаю. Да. А компания, не знаю, там какие-то задроты, кто ее сделал? Она сделана на движке Unity. Вот что я еще знаю. А что за задроты ее сделали, фанаты Слендера какие были? Не знаю, без понятия. Может быть, это ты ее сделал? Конечно, мне больше нечего заниматься. Особенно та игра про которую он сделал, помнишь? Не все, замолчи. Да, то наши... все. Да, 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 идем. Так, идем. Что-то мне кажется, что эта девушка серенькая, она вылезет в самом начале, мне так кажется. То есть сейчас. Девушка? Да. Это, по идее, бы как бы молодая. Помнишь, мы читали записку первую самую? Мы читали? Да, и там бы как бы было сказано, что какая-то там девчонка, что-то на ней все хозяйство, бла-бла-бла. Так вот, мне кажется, что это ее призрак. А что дальше было? Я не помню, ты прочитал только фразу «брат» и все. Брат же есть! Ладно, не будем разносить межрасовые войны, идем дальше. Что там? Радио спокойно? Да. Да, спокойно. Что-то музыка резко прекратилась, и это как-то стрёмно. Блин, не шурши, дед. Ой, музыка, король, музыка. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Чё? Скелет, нифига себе. Назад, 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 давай отойдём. Где? Назад, отойди назад. Да где? Да вот он, я за где скелет, где скелет? Я не знаю, это прям вот, знаешь, такой джью, блин. Блин, флайер катится. Радио, помехи были большие слишком. Блин. Ладно, давай попробуем. Ой, блин, слышишь, вот подходим к этой... Нифига себе, вот это помехи, слышишь, идут. Может, подходим, где? Чем дальше подходим? Может, где-то это там... О, скелет, впереди, блин, впереди скелет где, стоит. Где, я не вижу. Ты вот, впереди стоит, видишь? Нет. Ты вот, ты, блин, подойди поближе, вот видишь, да, что там стоит. Да, чтобы он меня убил? Где? Да посмотри, ты по прямому, видишь, он стоит, блин. Я слепой, блин. Вот, по дороге ты посмотри, вот он стоит. Во-во-во. А он, кстати, к нам ТПшится же. Пошли, обойдем, пошли. Чувак, ты где? Я тебя потерял. Справа, я... Вот. Блин, я испугался нафиг, если бы ты знал бы. Блин, главное, чтобы он нас не спалил. А чё он стоит, почему он не бегает-то? Потому что он нас ещё не заметил. Странно, я его заметил. Ты следи, я просто его не вижу, нифига. Думаешь, у меня такое хорошее зрение? Хотя да, хорошее. Но я же, блин, не могу увидеть, я не знаю, сквозь темный лес, блин. Блин, а главное еще, если Ви появится, на него не нападет. Ой, опять помехи, блин. Слушай, блин, как будто на него. А вот, я что-то это, я сейчас заметил его. Во-во-во, я начал замечать его глаза. Чувак, скажи, ты видишь, видишь? Чё, там круг, смотри, справа от тебя круг. Еще справа круг. Да. Короче, я бегу в этот круг. Ах ты ж скотина, ну спасибо. Т-
Так, а теперь нужно... А, вот колеса, тут, короче, где-то... А, вот детская площадка, тут, короче, это... Библия, что ли, лежит? Ты где? А, вот. Да вот. Ладно, блин. Ой! Блин, черт! Ой, собака. Да она чувак, телепортнула ты... тебе? А вот я тебя вижу. А, во-во-во, песочница, тут, короче... Во, я взял Библию. Артём, я Библию взял. Ты видишь? Это... Ты где? А вот ты, вот я вижу тебя. Чёрт. Короче. Так, ты смотрел, Олег, про того мужика, который, когда увидел страшную морду, он, блин, экран нафиг раздолбал. Не видел. Знаешь, он сначала, он, знаешь, играет такую игрушку, а там игра с приколом такая, если там проходишь до третьего уровня. А, ну да, знаю. Спорт появляется, ты бы видел этого мужика, блин, он заорал такой три раза, потом хедшот в монитор, блин, сделал. Так, ты следи, чтобы скелетончиков не было. Да, пока нормально вроде бы. А то это самый опасный скелет. А, кстати, это... Флайер вроде бы поможет, а только когда он будет очень близко, вплотную, ему прям в харю его кинуть. Кому? Вию. А. Так, вроде бы пока... Разбежавшись, прыгну со скалы. Не смей, не оставляй мне одного. Так, вроде бы мы идем верно, насколько я помню. Чувак, не молчи. Да... А вот здесь стой. Здесь было не, чувак. Стой. Это засохшее дерево, верно? Ой, блин, я опять багнулся, я приподнялся. Ой, взял. Откуда? Ой, зад. Я не вижу его. Беги. Вот правильно бежишь, да. А да, тут скелетов правильно. Нету? Нет, все нормально. Не дергается так сильно. Но все равно. Помехи мне не нравятся эти. Так, ладно. Пошли давай дальше. Боимся? Давай, где ты? Вот я. Знаешь, справа от тебя. Сейчас, мне кажется, бабка появится опять. Знаешь, черти почему-то в ту сторону бегут, куда мы сейчас идем. Ну, блин, ну мы идем в гости к Вию. Ладно, только смотри. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, а мы идем ночью. Ничего страшного. Ты куда? Вина собилится. А ты где? Куда ты идешь? А вон я вижу круг. Вижу тоже. Так, все хорошо, все спокойно. Ебучая ворона. Так, а что это за круг? Тут рядом с кругами обычно реликвии лежат. А вон я вижу впереди скелет, что ли? А, нет, где это круг. Круг еще один. Если бы скелет был бы рядом, тут бы сейчас зашкаливал. Ой, а в круг? Мне нельзя, чувак, круг, ты это знаешь. А я в кругу стою и отвернулся от Вия. Так, вон там еще нет? Я не знаю, я за дом отбежал. За дом? А что там с радио? Нет, он тут еще. Я сваливаю, пока подальше отбегу. Если что, я назад немного вернулся. Хорошо, а я стою в кругу и боюсь поворачиваться. Если я повернусь, то у меня круг исчезнет, и все. Ой, еще один. А это ты, черт возьми! Где ты? Да вот он я. Он вот. Стоит? Он стоит сзади? Нет? Нет, идем. Блин, я боюсь из кружка выходить. Я в домике. Ладно, пошли. А, блин, черт! Вот и телепортовый. Меня, кажется, отнесло куда-то. Я бегу. Я не знаю, что это, скелет или круг. Где ты? Я, короче, в круг. Чувак, ты где? Страшно. Я стою в кругу, в степи в какой-то. Че ты отошел, блин, не, я не подождал. А она меня телепортнула. А, блин. Или меня. Я не знаю. Нет, меня. Ви, я бегу отсюда. Ви, а вот, блин, мы опять. Короче, я кинул флайер. Флайер не видишь? Не, я вижу флайер какой-то один. Ты бросил. Вот я к нему сейчас пробегу. Вот, я тут сейчас около него, а тебя нету. Нет, я бросил сейчас только что флайер. В круг. Не, я не вижу. Блин, меня, прикинь, флайер катится и меня хочет отбросить. А, вот, вижу, где это. Видишь, нет? Да, вижу я тебя. А вот, я тебя тоже вижу. Ну чё, пошли? Ага.
Только куда, брат? Не знаю. А вон тот флаер. Тихо, осторожно, давай пойдем. Где-то рядом тут. Главное, чтобы скелетов не было. Меня больше пугает бабка, блин. А вон, смотри, вон там круг или скелет? Где? Куда я иду? Кажется, круг. Помех нету? Нету. Ой, стой, идут, стой. Я не знаю где-то, но он где-то близко. Прям помехи идут сильные. Давай назад немного отойдем. Блин, ну он, наверное, рядом там с кругом стоит. Ой, стой. Блин, я застрял. Чувак, выживает сильнейший, я шучу. Блин, плохо, мы... Чё, нету больше? Нету. Так, пошли, значит, тогда... Блин, где мы? Ты всё виноват, тут скелет, он сбил нас с пути, скотина тупая. Дорогу, блин, встал как гопарь, блин, дай 5 рублей, иначе не пропущу. Я лучше зажму эти 5 рублей и лучше пройдусь по лесу, хотя мы заблудились. А вон, смотри, флайер мой возле колес. Колеса именно колеса или колеса, которые наркота? Нет, которые колеса. Yeah. Мы же там, я взял реликвию там одну. А что за реликвия это была? Библия. А, черная? Нет. Блин. Почему Библия черная всегда? Ну, в черном переплете имею в виду. Uh-huh. Особенно когда тот хентай. Ну ладно. Это хентай такой был, очевидно, вот. Так, вот тут, в этой песочнице, короче, я взял Библию. А вот куда дальше идти, я забыл. Блин, ты что-то с выключенным фонариком ходишь. Уйди назад! Где? Я его не вижу, ёпта. Ты где я? Включи фонарь. А вот, теперь вижу. Чё, нету больше? Нету. Чёрт. Блин, пошли тогда вот так обойдем. Ой, блин! Он прям на меня прыгнул. Как так? Умер? Да. А ты чё? А, блин! А, Вить! Блин! Чё, всё? Слышь, появилась бабка сразу, и этот Ви на меня упал. Нет, а как так? Мы же вроде бы отбежали от него, он прям на меня сиганул. Это бред. Ой, бред. А значит, это не последний выпуск. Ты хочешь пройти ее всю? Да. Ну что ж, дорогие подписчики, спасибо всем за внимание, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Что, скажешь что-нибудь? Конечно, скажу. Заходите на artvoystudio.com, если вам нравится аниме с нашей озвучкой. Да, всем пока.